Они лазят по стенам, вы видели? Да это охотник. Ого. В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби Скромник, Стим Куёко, Дастрикс, Бродяга, Неон Кабанчик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет, привет, дорогие друзья. А я тут. Я не Дастрикс. Давно. Давно у нас не было ролика, где мы просто устроим жесткое мочилово. Поэтому, если опять кушать приятного аппетита, а мы скачали очень классный пак на зомби, и будем сегодня выживать, веселиться и орать. Погнали. Ого! Это жесткое оружие, ребята. Взял прям реально жестко. Молодцы, хорошо, пацаны, стреляете. Представляете, что будет дальше? Вы готовы вообще? Давай, мочи. Пацаны, я за вас очень рад, но вам жопа. Очищаем карту, чтоб ничего нас не лагало. Поехали. Ну что, давайте, покажите. Согласен, оружие говно. Давайте нормально что-нибудь возьмем. Например, миниган. Я уже брал его. Да, это раскрышатель. Очень мощное оружие. Ой, извини, не хотел обстоятельства. Ну что, всех убили? Да. Молодцы. Молодцы. Ну что, давайте покажете свое умение дальше. Сразу тебе скажу, у кого слабый компьютер, вам не завидую. Ай-яй-яй, ладно. Обраточка, обраточка, я понял. Так, и что-нибудь вот такое вот возьмем. Тоже хорошая оружка. Отлично. Дим. Хорошо справились. Куёка, иди сюда. Смотри, иди сюда. Я понял. Вы говорите сюда мое имя, когда вам слабо. А что? Дим. Слышь. Дим. Да нормально, но пацаны, это же слабые. Это вообще... В этом дело вообще. Да, Дим. Я тебя прикрою. Я прикрываю тебя, нормально все. Пробиваем насквозь, оружка хорошая. Но только для ближнего боя. Ну чё, пацаны, всех убили здесь? Еще, да, есть? Дальше будет вообще жестко. Это все равно еще первый левел, скоро будет второй. Увеличим, короче, у нас будет лимит теперь 41 NPC. Все, капец. Сразу беру, ставлю жестких, перепрыгиваем слабых, ребята. Начинается у нас второй левел. Сорок один NPC. Надеюсь, не вылетит, все будет хорошо, потому что рисмод бывает вылетает немножко, когда вы странным вахханалию. Ого! Прикольная оружка, кишки из жопы выпускает неплохо. Дайте хоть кого-то убить, психи. Да вы задрали. Всех перебил. Ах ты. Вот так, значит, ты, да? Хорошо, я тебя... Давайте его перебью. И запомню твою текстуру на жопе. В смысле? Хорошо, давайте прям вообще возьмем, например, вот этих. Вот эти прям вообще пацаны будут жестко мочить. Дим, я сразу там их буду мочить. Хорошо, хорошо. Ах ты поганец! Ну а что ты хотел? Ты хотел убивать NPC и радоваться жизни? Так не будет. Да. Они лазят по стенам, вы видели? Да это охотник! Ого! Извини, я не хотел. Просто я стреляю, они очень мощные.
Прикольно, да, прыгают, пацаны, вам нравятся зомбачачки? Хорошая волна, хорошая. Нифига себе они прыгают. Ого! Отвали от него, кабан! А, хорошо наказывает оружие с Half-Life. Ого, бьют! Очень больно бьют. Нифига себе! Кстати, это какая самая жесткая волна. Сразу видно, второй левел. Что говорить? Ну что, получилось их убить всех? Еще один. Добивайте. Все. Ну что, готовы? Нет. Так, например, мы поставим сейчас вот этих. О, неплохие, да, чуваки? А как они дамажат, так и не понял. Как дамажат? Блин, за вами не успеешь, пацаны. Ого, они мощные, так их не убить, на. Да. Я снайпер. Ты молодец. Дим, хочешь прикол? Да. У меня все время коннекшн пропал. Ну что, пацаны? Сегодня мой решил потупить. Боже мой. Ну что, пацаны? Третий левел сложности, самый последний. Давай. Сейчас ком вылезет. Не-не-не, не вылетит. Вылез. У меня даже, я даже ходить не могу. Ого! Это что за апокалипсис? Да нормально, нормально, пацаны, смотрите, что творится у нас. Да вообще нормально, все замечательно. Разносим только там. Да нормально, базука, и всех там замочил, я вижу. Давайте постреляем немножко. Чпонь. Красиво сложил. Прикольно, да, у него такое именно? Походняк. Ну, вроде попадаю, но иногда не попадаю. Блин, надо вот так вот. Во, все попаду. Во. Он не дойдет, я не дам Дима, дойти. Дима, убегай, у меня базука. Ты дурак, что ли? А ты не умеешь ей пользоваться? Я умею. Не, ну, чувак, так не пойдет. Ты должен был умереть. Прощай. Ого. Я убил все-таки гранатой базук. Зомбака. Ого, это нас тут мочило, ребята. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Всем всегда рады. Пацаны, ну что, вам нравится выживалочка? Да, не очень. Дима! Сейчас, наверное, будет еще волна, но она будет намного жестче. Ребята, ну нам Димаш не говорил, что нам нельзя использовать бензопилы. Бензопилы можете использовать, да? Третья волна. Ну что, им пиздец. Придурок за мной какой-то гонится, вонючий. Он переключился, думает, а не нафиг, типа, не надо. Убежал. Ой, красиво попал. Это было четко. Ты ж сдохни. Ого, он тебя задамажил, неплохо. Я отомстил. Спасибо. Что, пацаны, получается их убивать? Нет, ты дурак, испугал меня. Отвали, дурачок. Ой-ой-ой, сейчас будет взрываться. Ты если оружием не умеешь пользоваться, не стреляй. Умею. Умеешь? Молодец. Да, еще зомбаков хватает.
Давайте немножко пацанам поможем. Так, немножко. Алло, у меня просто есть твой карта, просто берешь огнемет и идешь. Да? У меня есть тоже огнемет. Только у меня немножко это, другой огнемет. Бучный, да? Я тебя понял, стой. Смотри, какой у меня огнемет. Ау. Видишь? Увидел. Я их жгу. Нормально? Ой-ой-ой-ой-ой. А я их сжег. Они нас респектуют. Мне не умирают, что ли? Ого. Они читеры. Вот это у нас в канале творится. Это просто жесть. Ой, а кто использовал? Ну что, пацаны, вы хотите признать, что это была очень жесткая волна? Да. Очень жесткая. Ну что, пацаны, теперь я думаю, что подписчики, знаете, что хотят увидеть? Нет. Роботы против зомби. Берите все роботов. Давай. А я вам сейчас поставлю зомби, будете мочить их. Вот это лагает. Ну нафиг. Я вообще в законах. Да? Да, посмотрите, таракан. Дима, посмотри в воду, там лежит находка одна. Да? Да, посмотри. Помогите. Прощайте. Ядерка. А чё она не взрывается? Давайте, а, блин, лагает, жесть. Ой. Если честно, я думал, у меня горизмат вылетит. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Зажигай!